Всем привет и добро пожаловать на канал Plate.com. Мы с вами продолжаем прохождение выживания в игре под названием Once Human. И сегодня нас ждут задания, но не основные, а побочные. И перед тем, как мы на них отправимся, надо подготовиться. Начнем с того, что надо, во-первых, конечно же, забрать почту. Что тут у нас новенького и интересного? Так, зелье, неплохо. Глубоко внутри вы жаждете большего. Находясь на грани смерти, вы получаете шанс воскреснуть и немного восстановить здоровье. Для босса это, кажется, отлично подойдет. Что у нас тут с вами есть сейчас готово по еде и воде? Конечно же, так, стоять это не то. Нам нужна плита. А здесь у нас много вкусняшек, забираем. Нас сегодня, походу, ждет долгий путь. Сразу проверим, что по материалам готовым. Так, есть алюминька, есть уголь, есть кирпичи. О, кстати, кирпичи, точно. Надо дом отремонтировать. И здесь пачка угля. Сразу закинем на производство стальных пластин. Да побольше. Ресурсы в сундуки. Все, кроме кирпичей, потому что их надо закинуть в рембазу нашу. Всего хватает? Так, отлично. Да, сделаем полное восстановление дома. У нас новый радиус 32,2. Офигеть, вот это мы расширили с территории. Нормально. А следующий будет... 32,4. Да, следующий у нас будет 36. Значит, здесь у нас как обстоят дела, давайте посмотрим. Ага, есть адреналин, также хотел бы выйти уже в более серьезные патроны, которые нам дают плюс процент к урону. И для этого нам потребуешься вот ты. Нет, не ты, это слишком жирно, пока банки тратить не буду. Вот, но вот такие нам потребуются, только нам еще надо больше пороха. А давай сделаем... Не, ну тут 40 единиц слишком много. Там 30-ку хотя бы сделаем вот так вот. Хотя, на максимум. Как говорится, пороха много не бывает. 3 минуты будет изготавливаться, а мы пока можем посмотреть, что у нас там с вами сейчас идет по броне. Значит, оружие также мы проверяем. Здесь у нас помповый дробаш, винтовка, все как по стандарту было. Здесь Т4, Т3, Т4. Так, нам получается нужна маска и нам нужны ботинки, да? Надеюсь, сейчас ресурсов хватит. А, ну только на ботинки и хватает. Ну ладно, окей. И заодно можно сразу будет пробежаться по модам, которые мы можем установить как в оружие, так и в броньку. Потому что фармил ресурсы и так далее, поэтому есть некоторые новенькие вещицы, которые было бы неплохо нам попробовать установить. Здесь делаем общую скорость 9%, и атака у нас будет идти плюс 1,8, то есть к общему урону от автоматов и в придачу сопротивление урону холода. Перчатки у нас здесь идут, это... А, ну у нас здесь единственный мод. Маска. Тоже единственный мод. Шлем. Не единственный. Ну, здесь у нас идет бонус к урону, и второй вариант это, наоборот, сопротивление больше будет. Если идут выстрелы в голову, то 12% будет больше идти. Точнее, меньше будет идти урона именно по... нашему здоровью, но в придачу хил здесь будет идти 4,8 одинаково. Дополнительно здесь у нас идет плюс 6% выстрелов в хедшот, точнее выстрел через прицел оптический, 6% бонусов. Здесь у нас идут 1,4, это к критам. Дальше, на 4-м тире использование предмета, сопротивление холоду 4,8, здесь сопротивление холоду 4. Давайте, наверное, все-таки тут поставим, максимальная защита все-таки, да? В грудине у нас всего лишь один мод есть, а что касается штанов, у нас будет идти тот, который есть, да. По поводу винтовок, значит, у нас здесь пока что все пусто, ничего не покупалось без вас за кадром, а вот что по поводу модов, у нас их тут несколько новых есть. Но мы их добавлять не будем, да, оставляем именно профессиональный, скажем так, мод, который идет на снайперскую винтовку. Ну, тут, наверное, тоже оставляем все как есть, потому что следующие моды у нас идут на скорострельность первых 50% от магазина, плюс 16% будет идти. То есть первые 25 пули у нас улетают на 16% быстрее.
Ну да, я думаю, все-таки не будем мы менять криты и общий дымаг, нежели вот в угоду, точнее, вот скорости этой оставляем. И у дробовика, ну, тоже без изменений. Здесь, в принципе, все проверили. Так, по принтам давайте сразу глянем, если у нас вот что еще открыть. Кстати, а сколько у нас сейчас денег для принтов? А у нас 1700. А пойдем потратим их, а? Только сперва заберем порох. И 3000 новых патронов. А, так, сейчас, секундочку, еще забыл калибровку сделать. А нам винтовку, кстати, можно тоже доп. Калибровку установить? Или мы там ее уже прокачали? Что требуется? А, понятно, иридиум требуется. Ну вот заодно его и подфармим сегодня. Надеюсь, нам улыбнется удача. Еще 10 принтов на пионер у нас выпали. Ну да, значит, нам придется тогда, конечно же, это все дело разбирать. У нас их уже 100 штук, да уж. Но я думаю, знаете, как это сделаем? Как раз-таки к новым стволам, которые мы будем подготавливать, либо по другому цвету, то их будем, соответственно, уже улучшать с помощью того, что мы с вами сейчас получаем. Пойдем еще раз испытаем удачу. Так, нам выпал Дива Эва БП. Шикарно, вы посмотрите. Это хорошо, наш фиолетовый СМГ. Ну да, он прямо в другом окрасе, 104. Ну, как вариант, можно будет его сделать, но не сейчас. Потому что у нас оружия так хватает. Если бы какой-нибудь калаш, там, или какая-то еще винтовка, или дробовик, поинтереснее, нежели двухзарядник, да? Почему бы и не установить? Но СМГ, наверное, сейчас не очень в тему. Сколько у нас еще осталось? 720 монет. Ну, еще на одну игру хватит. А, еще 40 компонентов, 40 этих деталей мозаики для пионера. Блинский. Ё-моё, этот пионер у нас, по-моему, просто в бесконечном количестве будет. О, Гену разгружаю там по полной программе. Ну-ка, что там? Ну, вон он, да, на грядке у нас помирает. Патроны готовы? Да, патрончики у нас есть. Замечательно. Тогда сразу переключаемся на них. Посмотрим потом по итогу, что будет суммарно с нового патрона в плане урона. Сейчас закинем что-нибудь еще на переплавку и можно будет отправляться. Значит, тебя мы не сделаем, тебя мы сделать можем, пускай у нас будет бронза. Также поставим пачку на производство медных слитков. А все остальное тогда уже на уголь конвертируем. Как говорится, угля много не бывает. Ну и все, вроде как мы с вами готовы. А, единственное, что у нас не готово, это надо еще сделать тогда на всякий случай запасной топор. А возможно даже и не один. Да, штучки 3 на продажу. Хотя сколько у нас там сейчас денег? 10 тысяч, нормально. О, слушай, а давайте сразу еще и глянем, что у нас идет по очкам, которые мы можем куда-нибудь распределить. Может ванну построить, а ну фиг знает. И хочется, и, наверное, на потом отложим. Вот лестница было бы нам в тему, да, новые с перилами установить. Но тоже пока, наверное, имеет смысл отложить. Так, окна, ограды. Пропуская машины мы сами уже прокачали. Огнемет, ну, наверное, не сейчас. Дальше здесь у нас что идет по патронам и по новой медицине. А вот тут, да, у нас они тут уже синие. 5 и 2000. Турели нужны? Да, особо, наверное, и нет. А пища? Ну, пища всегда нужна. Новые рецепты по 700, конечно. И новая плита у нас еще будет, да? Ладно, давайте, наверное, да, ее откроем. Мы готовить любим, мы готовим много, поэтому плюс рецепты. Ну и, конечно, большее количество будет у нас уходить разнообразных ингредиентов для того, чтобы получить более какие-то питательные продукты итоговые. Что-то я не понял. А почему турель молчит? Где тра-та-та-та-та, ё-моё? А, она не достает? Нифига себе! А вы чё, это, в себя поверили? Офигеть. А турель не может по ним стрелять, потому что она их слишком близко подпустила. Не успела всех перестрелять, и в итоге, вот видите, ей уже не дотянуться до сюда.
Где наша новая плита? Вот наша новая плита. Ресурсы есть. Да, у нас всего хватает. Тогда это надо удалить. Ты вот сюда. Тебя продаем. А тебя установим. Прикольно выглядит. Слушайте, ну нифига себе, тут вы посмотрите, чего здесь такое нет. И хранение для бутылок, да? И духовочка, и всякие шашлычки. Ну-ка, если посмотреть по суммарному производству, энергетики теперь можно делать. Требуется отдельный лед. Господи, ты боже мой. Нет, вы просто посмотрите, это еще не все рецепты, но вы просто гляньте, сколько здесь разной потрясающей еды. Осталось только, конечно же, питание сюда еще подать. Работаем. Работаем. А пиво у нас есть? Да, у нас есть несколько штучек. Тогда сразу его заберем. Это вместо таблеток. И тогда надо еще быстро перекинуть воду. А вот отсюда. А вот сюда. А чистую воду вот на производство пива. Ну, вроде как все, мы готовы. Надо перекусить и можно выдвигаться. Давайте смотреть, где у нас есть побочные задания. Ну, наверное, начнем с того, что посерьезнее и побольше. А, ну вот здесь у нас что-то есть, да? 32 уровень. И в придачу 10 кубиков мы можем получить, которые по итогу потратим на какие-нибудь моды. Да, едем сюда. Ну, точнее, едем, это громко сказано, а мы туда телепортируемся. Ох, нифига там замес идет уже за все вышки. Ну и где у нас здесь побочка? А, вижу. Мили к северо-западу. Можно ли восстановить справедливость в таком удаленном месте? Конечно, все началось с каравана Мадуатера. Они путешествовали далеко, и бизнес был отличным. Однако все участники были убиты на обратном пути. Убийца — это подлый девиант. Я предполагаю, тем, кому повезло меньше, они выбрали короткий путь. Кто бы мог подумать, что он ведет в ловушку? Значит, наш клиент кто-то из членов семьи? Мать Робина Крайтона, Мадлен Крайтон, она решила отомстить за своего ребенка. Это должен сделать Майфлай. Мисс Мадлен, похоже, верит в нас. А кто не верит? Она сказала мне, что вместе всегда следует полагаться только на эксперта. Честно говоря, я никогда не встречал людей более элегантной, чем она. Несмотря на невыносимое горе, она потеряла ребенка и все еще сдерживала себя и вела спокойно. Надгробный камень, награда $1800. Клиентка Мадлен Крайтон, старший пилот исследовательской группы Union, обвинила вышеупомянутого Арбента, ответственного за нефтяное местоположение Blackfail, массовых убийств в конце 2053 года. Все 5 членов, включая сына прокурора Робина Крайтона, были найдены мертвыми. В ходе расследования, проведенного Тименом, точность большинства доказательств была подтверждена, и таким образом обвиняемый виновен в соответствии с предъявленным обвинением. Согласно Уголовному кодексу Налкота 1978 года и 31 поправке Конституции штата о преступлениях с отягчающими обстоятельствами, надгробный камень приговорен к смертной казни путем судебной чистки. Свидетель сказал, что преступник скрывался на старом плавильном заводе на северо-востоке Мудвотера, и он очень там был настороже всегда. Подпись Мадлен Крайтон, и операцию по уборке, по зачистке должен выполнить Майфлай. Так, тут все ясно, понятно. Отправляемся и займемся устранением. Так, это у нас где вообще находится точка? Что-то я ее не вижу. Нет, ну и то, что его надо уничтожить здесь, только я не очень понимаю маркер. Но мы находимся сейчас в Грейвотер, в индустриалке. Или имеется в виду вот сюда. Ну, давай попробуем. А, подожди, стоп, я не туда пошел. Это вот у нас индустриальная зона, вот сюда. Мы там сундуки собирали. Сейчас туда доберемся. Только надо тебя заправить. Сколько там топлива у нас? 50 единиц, есть шикарно. Тачка, на самом деле, просто зверь. Офигенная. Так комфортно не путешествовать. Круче, чем на джипе, круче, чем на мотике. Быстрая. Так, стоп, нам вот сюда. А, нет, нам прямо вот сюда, да?
быстрая, комфортная, есть багажник, все, что, кажется, надо для счастья, при ней. Надо, конечно, ее прокачивать на максимум. И двигло, и кузов, ну, в общем, ой-ой-ой-ой-ой-ой. А здесь я топливо соберу сейчас быстренько. Этим машинам оно явно уже не потребуется. А, здесь его нет. Кто-то уже, походу, слил. А здесь, ну, по-братски, всегда работает. Нам осталось только его найти. Мы здесь были, когда сундуки искали, да, повторюсь, но я что-то не припоминаю, чтобы здесь какой-то был прямо-таки особый босс или особый персонаж. Ну, кроме женщины-антенны. Ну вот что вы мне мешаете? Разваливать вот одного бедолагу, а? О, хорошо пошли зеленые патроны. Интересно, слушай, а если зажать в эту дамочку с нашего нового потрясающего калаша? Слушай, это будет даже быстрее, чем, по-моему, с винтовки, да, его отщелкивать? Сейчас только с этими мы разберемся. Этот минус 23-й. Туда же отправляется. Еще один. Так, ну шарики полетели уже. Ща, подожди, никуда не уходи. О, да. Ты посмотри, какие криты. Криты по 300, офигеть. Все, готово. И задание тоже. Да ты аккуратнее, еще сиськами своими придавишь. Сундук заберем и возвращаемся. Кстати, я действительно думал, это не она. Я думал, это что-то будет, ну, может быть, какой-то другой босс. Территорию мы здесь полностью зачистили, поэтому можно смело возвращаться. А, здесь же телепорт нет. Слушайте, а здесь знаете, что есть? Здесь есть данж, 25 уровень, правда, но с другой стороны... Не, по заданиям идем, договорились же. Данж можно будет зачистить и на стримах. По-моему, должен быть где-то поворот на проселочную дорогу. Только вот где он был... О, сейчас тачки что-то проверим. Реально топливо заканчивается. Ага, вижу, вот она. Ой, блин, блинский. Я думал, сразу подпрыгнем и как раз-таки в Грейвотер улетим. Вот все хорошо, даже, да, на проселочных дорогах едет, ну, вменяемо. Понятно, что на асфальте она себя лучше чувствует, но черт подери. Мы тут когда фармили с ребятами по трамвай... Ой, господи, по трамвайным, по железнодорожным путям. Особенно, когда штурман тебя не туда заводит. О, господи, как же ей плохо, как же ей больно. Сразу вспоминаешь, а где тут наш маленький потрясающий джип, который медленный, но охренеть какой комфортный для таких вот... дорог, ну или наоборот бездорожье, да? Все-таки, видите, разные машины, разные техники, они прям вот гармонируют, друг друга добавляют и дополняют. Но, увы, ях, ее нельзя просто взять и вызвать по щелчку. Сначала надо вернуться в гараж и поменять машину. Но пока что, на данный момент, этот спорткар, это лучшее, что здесь есть, это лучшая техника. Привет, MyFly, я полагаю, тебя зовут Planet Home, не так ли? Мисс Мадлен, пожалуйста, послушайте, ваш сын еще... Робин жив, я знаю, но спасибо, что сказал мне. Что сделано, то сделано. Я заплатил свою цену, пути назад нет. Если увидишь Робина, скажи ему, чтобы он следил за собой. Тут особо больше нечего добавить. Какая необыкновенная женщина, не правда ли? Такая собранная даже перед лицом жизненной потрясений. Перестаньте вести себя так, как будто вы не имеете к этому никакого отношения. Тимэн, вы провели тщательное расследование в отношении объекта. Я не верю, что вы не знали местоположение Робина Крейтона.
Важно то, что правосудие восторжествовало, и мне заплатили, а вы, миссия Плейтхом, также получили свою награду. Так, еще есть, получается, здесь задание, да, у нас от Тимена, а есть задание не от Тимена. Смотрите, здесь можно пообщаться с Клэр. А давайте. Клэр, ты где? Господи, вся в цветах тут у нас, ты посмотри. Слушайте, а у нас кубиков сколько теперь стало? 47. Так, так, так. А это уже интересно. Не, это у нас идет для пулеметов. Оптика есть. Ну, можно фиолку взять теоретически, а можно подкопить и взять рыжую вещь уже. Дистанция будет увеличиваться для снайперской винтовки. А, не, подожди, стоп, это для пистолетов и СМГ. Пулеметы. Я думал, здесь что-нибудь сейчас для автомата еще найдем. Но у нас вот здесь только единственное, что дистанция будет увеличиваться на автоматах, снайперских винтовках и пуликах. Плюс 10 единиц. Мобильность и стабильность будет падать. Нет, все-таки, наверное, пока из этого я выбирать ничего не буду. В следующий раз придем, когда будут более интересные предложения. Клэр, привет. Эй, Плейтхом, ты все еще берешь дополнительные задания? Вы ищете материалы своей книги? Пока у вас есть деньги, я найду время и буду их искать. Это хорошо, потому что я присмотрел медицинский центр к западу отсюда, рядом с курортом Сильвершоу. Что мне там искать? Лекарства? С истекшим сроком годности? Какие-нибудь хирургические оборудования? Это не совсем то, о чем ты подумал, но на самом деле у нас раньше были места, которые назывались домом престарелых. У нас их сейчас больше нет, но раньше туда помещали людей, когда они старели. Я хочу понять, как люди заботились о пожилых и умирающих до звездопада. Почему бы тебе не поискать для меня руководство по уходу больными? Или что-нибудь подобное. Сейчас трек подвесим и посмотрим по дистанции. 3400. Ну-ка, ну-ка. Ага, а почему бы и нет, новая локация? Ох, нифига себе, насколько это новая локация. А как вообще до туда добраться-то? Это прям очень далеко, там еще надо делать зачистку территории. А здесь что у нас? Обыщите руины исследовательского центра ГАИ в поисках улик, которые приведут к заложникам. О, хочу. На него делаем трек, и как раз-таки вот сюда мы сделаем... А, это далековато. Мы сделаем телепорт. Ну, вот сюда, да, наверное, будет оптимальным вариантом. Здесь уже на машине доберусь. Еду, думаю, знаете, насчет чего? Наверное, надо убрать наши зеленые, классные, крутые патроны до тех пор, пока у нас, не будут какие-то серьезные противники. Нет смысла тратить хорошие патрончики, правильно? Так, значит, там убираем, сюда мы меняем и обратно вот сюда. Так, ну, мы на месте, 200 метров тут осталось. Ребятки, я тут хочу зайти спросить. Ах, даже так, я промазал. Там наверху находится турель, но я сомневаюсь, что она, наверное, как-то нас уже сможет остановить. Так, по поводу ресурсов. Ну, также параллельно здесь можно еще будет повыполнять задание по сундукам. Ну, и, кажется, если найдем, то окей. Если нет, ну, значит, главное задание выполнить. Что у нас там по фонарикам, кстати? Слушайте, по-моему, они заканчиваются. Надо будет... А, еще две штуки есть, да. Наверное, навряд ли что-то будет. Ну, прямо было бы слишком просто, да? И близко, как говорится. А если цветочек проверить? Ну, тут что-то нифига не грузится. Понятно. Дальше. А, просто привет. Так. А что-то более понятное, внятное есть по заданиям, а не просто здравствуйте, до свидания, все дела.
Значит, первый около тарелки, второй у радиовышки. Вот, скорее всего, про нее идет речь. Здесь только есть один сундук. Надо будет, получается, подождать, чтобы он зареспаунился. Так, таинственный сундук и ящик снаряжения находятся в левом здании в дальнем левом углу от середины комплекса. В левой части, это получается, если середина, наверное, вот... комплекс, значит, это внутрь надо уходить. Так, ну давайте, наверное, сначала здесь все проверим, что тут у нас есть хорошего, полезного и замечательного. Это мы забираем. Так, винтовка у нас готова. Ну, в любом случае, да, пройдемся, посмотрим, может, что-то еще хорошего найдем. Ну и передачу нам надо поубивать их всех. Это, по-моему, элитка наша первая, да? Была. Ну, видите, мы все с вами... Да, это была первая элитка. Мы все с вами задания выполняем, поэтому даже если они у нас маленькие по уровню, для нас уже стали, ну, ничего страшного. Что с тебя выпало? Ерунда. Зато самое главное, мы посмотрим, как выглядят локации, что здесь есть... О, карточка доступа, кстати, получилась у нас тут, да? Посмотрим все локации, посмотрим, как они обыграны здесь, как они здесь обставлены. То есть, в принципе, общий визуал. О, патруль. А, да? Да как так-то? Наверное, сейчас здесь пройдемся, а потом... Да, господи, боже мой. А потом уже тогда пойдем непосредственно в сам комплекс. Так, нам нужен фонарик. Кто, где, что? Тут еще у нас остались живы? Нет? Так, единственное, что я забыл проверить, это сами палатки. Ну-ка. У нас здесь сбор... Да, тут можно что-то подсобрать. Здесь пусто. Это нам, получается, уже с той стороны. Так, там банка мелкая. Сейчас ее тоже заберем. Вот она. Плюс медицина. Так, целая куча хлама. Но, кстати, что касается мелких компонентов, у нас их уже столько, что нам, по-моему, столько уже и не нужно. Насобирали, как говорится, нафармили. А вот, кстати, трубки беллириумы очень-очень пригодятся. Правильно? Те же мне больше не нужны? Попал, гад, по нам все-таки. Ну, нормально, нормально. Такие чисто ночные охотники пришли. Развалили тут всю базу. Да, уж. Только, да, я вижу, у нас здание как раз с той стороны находится. Сейчас проверим все. Значит, здесь мы были, здесь мы тоже были. Там у нас, получается, уже общий подъем наверх. Здесь нам ловить нечего, а нам надо пройти чуть дальше. О, привет. Кстати, я почему-то думал, что у нас комплекс будет все-таки не этот, а большой, где ангар. Видать, что немножечко все не так. Сквозь кусты не проходит патрон. Все, отлично, все отъехали. Тогда идем к нашему комплексу, собираем сразу здесь весь хлам, который имеется. Вроде как пусто больше, ничего нет. А вот наше сокровище. Ого, новая бронька, 10 единиц. Трубки. И самое главное, мы нашли сундук. Так, надо, получается, убить еще одного и найти второй сундук. Но, видите, если написано, что он не респаунится, то попозже туда подойдем, он должен будет обновиться. Пока имеет смысл сбегать наверх, убить элитку. И в придачу мы таким образом еще посмотрим, что находится с правой стороны. То есть я надеюсь зайти в этот большой комплекс. На вышке... Так, это... А, это обычный сундук. А нам надо подняться вон туда. Ну, конечно, да, 18 уровень.
Они прямо, ну, как-то очень, ну, они даже не чувствуются по факту, как бы, вот что есть они, что их нет. Но действительно, карта очень большая, заданий очень много, поэтому пока ты бегаешь, пока ты качаешься, поэтому, естественно, ну, как бы, идти чисто по одним вот этим накатанным рельсам, так называемым, да, и выполнять задания тютельку-тютельку под свой уровень, ну, такое, ну, это очень прям сложно. Потому что пока ты что-то добываешь, в любом случае ты качаешься. О, вон он стоит. Ну-ка, сколько под бустом мы сейчас ему дадим по ногам, например? 3200. Да. Все, у нас он закрыт. О, здесь еще один сундук. А там было написано, только один сундук находится. Ты посмотри, обманули. Карточка доступа есть. Собираем и проверяем. Так, там пусто. А здесь у нас... Ну, давай заберем. Чертеж шкафов? Ё-моё, вот это я понимаю. Вот это хорошо. Ну тогда, получается, мы с вами здесь все сделали. Надо смело уходить выполнять задание. Но комплекс надо тоже посмотреть. Может быть, там что-то еще интересненькое есть. А вот и мы. Не, снайпа офигенная. Снайпа просто великолепная. Черная пантера. Там еще нам дали информацию, где можно найти калаш фиолетовый. Вот, наверное, за ним как раз и на стримах там мы с вами исходим. Так, что мне тут не забирается? А, во. Туда вообще есть заход? А, его нет, серьезно? Это просто ворот, это просто стенка. О-о-о. Здесь все завалено. А я-то думал, мы пойдем туда прямо внутрь. Там будет у нас какое-то исследование, приключение. Нет. Игра решила немножечко иначе. Ну ладно, туда. И надо еще патронов на винтовку сделать. Что-то они заканчиваются, да, потихонечку. Кстати, на стримах нас будет теперь чуть побольше. У нас ребята подрастают. Серега Голод уже не первого уровня, как говорится. У меня он не хотел стрелять, странно. Ну и куда ты спрятался? Подождем этого моба, подождем. Что здесь у нас было полезного, хорошего и интересного? Здесь походу нифига. О, вылез. Слушайте, ну здесь какие-то сундуки, давай посмотрим, да. В любом случае, надо заходить внутрь по заданию. Телефоны, карточки есть. А, и лифт еще. Кстати, постройка очень похожая, когда мы с вами добывали какой-то материал, я не помню. Это было в правом нижнем углу карты. На стриме это было, как раз открывали локацию. Тоже была лаборатория. И снизу надо было еще найти кота. Так, экспериментальное тело 01, мужчина, стабильные признаки, экспериментальное тело номер 2, женщина, признаки стабильные, два субъекта были доставлены в зону ожидания для основного исследования, да? Походу они там уже обходят нас со всех сторон. Здесь, наверное, вообще имеет смысл перейти на калаш, чуть-чуть, пускай он поговорит. Сейчас все проверим. А, слушайте, нас, походу, ведет в самую низину, да-да-да-да-да. Действительно, очень похожа лаборатория. Там у нас снизу были столы для экспериментов, и там было несколько кубов. Тогда отправляемся туда. Этот уровень? Нет, походу, дальше. Но сундук соберем. А, ну вот он, да. Прям в самом низу. Либо здесь пуститься. Слушайте, а там еще, по-моему, у нас был где-то вот здесь сундук. А, он отличается, да? Локация все-таки немножечко меняется. Не может не радовать. Я уж думал, прямо расположение даже внутренних предметов будет одинаковое. Не, нифига. Да, первый куб. А, здесь они даже не в кубе, они, кстати, вон контейнеры, да, находятся. Этот все, вон он торчит голова, смотри. Есть такое. Надо еще, знаете, чем заняться? Надо будет поставить эти самые, как вот эти колбы, для того, чтобы туда сущности можно было все направить.
А то мы их сами собираем, а у нас только одна бабочка везде растет. Так, первый. Дальше у нас еще один, точнее одна. Где? Вот здесь, по идее, да? Так, забрали. Да, где кот? Вот здесь у нас был кот, который надо было высматривать. Все, да. Mission complete. Получили сразу... Мы получили сразу всю награду. А здание выполнено. Ну, видите, побочки, они у нас получаются такие. То есть, даже без возврата... То есть, где мы взяли, сразу нам здесь его приз и выдают. Сейчас отсюда выйдем куда-нибудь и попробуем сделать телепорт к новому... Ох ты, ё-моё. С дронами пошли уже. Это был еще второй. А вот он. Да, нифига себе. Он не один. Готовы. Давай кислоту, реально. Вот здесь самый важный ресурс — это один. Это кислота. Вот его надо фармить. Ее, точнее, надо фармить постоянно. Просто постоянно. Медицина делается из кислоты. Патроны делаются из кислоты. Ну, кроме, конечно, запутывающих материалов. Типа там железо, меди и т.д. и т.п. Но кислота просто везде идет. Ладно, смотрим по заданиям, что у нас еще есть. Это Тимен, это у нас далеко очень, это у нас 5 задач Тимена. Учебное пособие, разграбить зону поражения. Что касается ресурсов, у полковника действительно есть какие-то козыри в рукаве. Спросить просто по сбору ресурсов, ну давай поставим маркер, где это находится. О, это самая первая локация. Сейчас туда сделаем телепорт, только сперва надо домой прыгнуть. Сразу тогда разгрузим, да, весь хлам, который мы насобирали. Это добро в сундуки. Такое ощущение, что надо поставить еще несколько турелей. Что-то гены с последними обновлениями стали, ну, чуть-чуть сильнее, по-моему, да, чем ранее. Надо с ними это все порешать. Так, ну и прыгаем в город. Слушайте, а здесь же стоял у нас один товарищ, который... Боже, нифига себе погодка. Да, стоял товарищ, который продавал тоже разные моды и обвесы. Может, у него что-то там сегодня есть интересное? Там, по-моему, обновляется раз в сутки или что-то типа того. Но мы просто эти кубики не так часто и не так много получаем, поэтому как-то, ну вот, все спускать в нули, но тоже не хочется. Так, что у тебя есть? У тебя есть активаторы, кстати, мясо продается. А что мы можем тебе отправить? Ну, у нас тут такого ничего сверхъестественного нет, это нам все самим потребуется. Да, тогда оставляем. А, вот этот доктор. Перебрался, да, он обычно там внизу стоит, около горы. А здесь у тебя, ну, без обновлений, да, особо. Особо без таких каких-то интересных вещей для нас. Сундук такой гифтовый. Потом пойти поиграть в игровой автомат. Ладно, давай задание берем. О, кстати, задание ежедневки, точно. Сразу все забираем. Ну и что касается пообщаться. Ты безрассудный дурак номер 3. Эти объекты когда-то контролировались государством и стали в основном бесхозными после падения правительства. Что я до конца не очень понял. А это куда нам надо добраться-то? Так, ну я так полагаю, это нам потребуется да, какие-то территории здесь раскрывать, уничтожать и зачищать. Но я думаю, может быть, это все дело выполним уже по ходу наших тут переходов. Так, а если мы тогда сейчас возьмем, что еще? Тут у нас есть, раз этот туториал, он такой очень странный.
Вот, отдать записи разведки Макси или Клэр, и, может, они что-то нам скажут, и, может, что-то они знают. Ну, давай это сделаем. Тем более, Макси у нас была всегда рядышком, вот тут. Я сходил в Хайбэнкс и увидел там кое-что странное. Алтарь сделан из мусора, и эти отчаянные письменные молитвы, подписанные с именем Брианы. Я тебе уже говорил, что она была первой женщиной, которая заразилась. Верно, но она стала чем-то не похожим на остальных. Когда я пришел в Хайбэнкс, там была только яма, на месте, где должно было быть дерево. Не похоже, кто-то вообще ее оттуда выкапывал. Возможно, она сама вылезла оттуда. Что? Да как это вообще возможно? Брианна не просто первый человек, который был заражен подобным образом, она стала первой великой. Скорее всего, животные и женщины, которые были заражены на рынке, находятся под ее влиянием. Вопрос только в том, почему она это вообще все делала. Месть. Макси, ты сказала, что ее судили, да? Да, и я была судьей. Я приняла решение выгнать ее. Она была мне таким близким другом, но потом она присоединилась к культу. Культ создателей? Никогда раньше о нем не слышал. Этот культ произошел с какой-то бандой стервятников, посвященной богу по имени Создатель. Он быстро начал распространяться, но я не допущу подобного рода отравы на своем рынке. Значит, Брианна... Ее парень погиб в результате несчастного случая ранее в этом году, оставив Брианну и их нерожденного ребенка. Именно тогда культ и решил поохотиться на нее. У Брианны было плохое настроение, подавлено, встревожено, уверена, что ребенок не выживет. Я не знаю как, но нашла какие-то материалы из культа Создателя. Они совершили тайные жертвоприношения, это все было отвратительно. Все эти штучки из культа, должно быть, давали ей какое-то утешение. Но как только мы узнали, во что она вляпалась, в эту тьму, которую она сюда притащила, для нее было слишком поздно уже поворачивать назад. Возможно, она ошиблась и сделала что-то не так, но вы должны были понимать, что выгонять ее в глушь — это все равно, что вынести ей смертный приговор. И ее ребенку тоже. Я сделала то, что сделала, и то, что должна была. Правило есть правило, общественное мнение было против нее. Я пыталась поместить ее в небольшой безопасный дом за пределами цитадели и давал ей любую еду и лекарств, которые ей могли понадобиться. Но она этого не приняла и ушла одна. В следующий раз, когда я ее увидела, она уже была заражена. И кроме того, была ли Брианна невинна? Я так не думаю, даже сейчас. У нее было обнаружено не только священное письмо культа Создателя, но и определенный вид запрещенных лекарств. Стимулятор, воздействующий на центральную нервную систему. Предположительно, члены культа Создателя любят принимать большие дозы перед определенными ритуалами. Брианна даже не пыталась защитить себя во время судебных разбирательств. Я нашел дневник, оставленный исследователем. В нем говорится, что профсоюз вознаградит того, кто принесет его. Можно я посмотрю? Нет никаких сомнений, что эти записки принадлежат капитану Куперу. Это значит, что тебе это интересно? Да, отличная работа. Спасибо, что нашли это. Благодаря этому у Союза наконец-таки появилась полная картина разрушенной Дельты. И это все? Я думал, получил официальную благодарность от Союза. Конечно, я представитель Союза и благодарю вас, но я не любитель церемоний, и вы это знаете. Тем не менее, ты молодец, что принес это мне. Я должна признать, это стоит достойного вознаграждения. Честно говоря, капитан Купер всегда была добра ко мне. Для профсоюза было настоящей потерей, когда она пропала без вести. Я смотрю, ты действительно восхищаешься этой женщиной. Да, так и есть. Вместе с Холтом она была соучредителем профсоюза в Блэкфилле. Как только они закрепились на севере, они переехали на юг. Она собрала большую экспедиционную команду, чтобы отправиться в путешествие по диким местам в поисках других выживших. В конце концов, они нашли это поселение здесь, во главе с Майером. Купер заключила с ними союз, а затем ее команда двинулась дальше. Они обошли все, собрали как можно больше информации о ландшафте после звездопада. Именно благодаря ей мы знаем хорошо ландшафт и уровень звездной пыли. Так а что с ней случилось? На севере есть горный хребет, который, как предполагается, покрыт звездной пылью, но до звездопада там было много военных объектов. Капитан Купер пошла посмотреть, что там осталось, и больше не вернулась. Я много думаю о ней, особенно когда дела идут туго. Она была прирожденным лидером, действительно знала, как сплотить людей. Союзу сейчас не помешал бы такой человек. Так, задание закрыли, все диалоги у нас сегодня, кстати, да, такое просто закрытие всего и вся, и очень-очень много диалогов. А это что у нас за задание? Dark Side. Темная сторона. Здесь у нас награда есть, но это у нас идет какой-то некий ивент, и судя по пятну, не знаю...
Какая-то будет стрельба в нефти, что ли, раз тут еще у нас как раз находятся рядышком нефтяные вышки. Что у нас там еще есть по заданиям, ну, кроме Тимена? Мы, конечно, и его все просьбы выполним, но, блин, пятый уровень. О, да уж. А, здесь надо приготовить. Стоп, а мы вообще умеем их сейчас сделать или нет? Давайте-ка сделаем телепорт домой. Требуются апельсины и требуется сахар. Так, сахар у нас делается, требуется что? Правильно, требуется свекла. Слушай, по-моему, они где-то продавались. Надо изготовить ее. У меня тут около дома была свекла, поэтому сейчас быстренько попробую ее пойти собрать. А, двери. Тем более у нас здесь фермы, нам в этом плане с вами офигеть как повезло. Только, походу, это не вот здесь, да? Сейчас найдем. Господи, уж таблетку-то точно сможем сделать. С последним обновлением какая-то странная фигня происходит. Все время у всех, причем. Я знаю ребята, которые играют со мной в пати, там, да, и в Дискорде. Все пишут, что у всех с последним обновлением начали выскакивать таблички, уничтожается постройка. Хотя ремонты полностью произведены, и никаких проблем с этим у нас нет. Вон там Серега строится уже потихонечку наверху. Здесь нет нифига. Так, стоп, она же здесь был. О, поменяли, да? Здесь была свекла, апельсины росли, помните, и кукурузина. Да, тогда с этим будет сложнее. Надо пробежаться быстренько по городам, посмотреть, кто продает в магазинах. Если есть, то 3 штуки можно будет купить. По-моему, где-то были они. Проверим самый первый город. Как говорится, начнем отсюда и заодно посмотрим, что здесь идет по заданиям. Делики у нас кулинария. У тебя нет... У тебя тоже. Проверим тогда новый город. Это высокая трава. Не, ну у тебя точно не будет. Нам нужен другой магазин. Слушайте, а здесь же были как раз таки поля. Если не ошибаюсь, там росла свекла у нас, да? Нам будет только найти апельсины. Но в любом случае, мы до магазина уже добежали. Сейчас проверим. Дамочка. Они есть. Все, сделали. Но я опять же таки все равно пойду схожу на эту ферму. Сразу на сахар переделаем, запечем, ну, в общем, пригодится. У меня крылья еще работают, интересно. Да. О! Смотрите, будете искать его. Посмотрите, какое количество здесь апельсинов, мандаринов и всего остального. Еще и тыквы есть. Сейчас надо все здесь быстренько подсобрать. Да, я просто помню, что были фермы, но в таком количестве... По-моему, было чуть... А, вот здесь... Ой, слушай, их было больше. Может, из-за сезона все пропало, фиг знает. Но тут было просто навалом. Как раз такие цветки, да, нам об этом и говорили. Мол, приходи, собирай, типа, бери много, но не обожрись. Видать, все это с обновлениями крутят-вертят. Ну ладно, апельсины тут имеются. По нашему действию мы должны с вами будем сейчас отправиться куда? Вот сюда. А тут у нас идет задача Тимена. Но это мы позже сделаем телепорт. Сперва надо закрыть первую нашу задачу. Вот сюда, да? Ну, тут недалеко бежать. 500 метров. Но зачем бежать? Здесь классная, крутая, мега навороченная тачка. Мы же для этого ее изготавливали, чтобы на ней ездить. А дальше, наверное... Ну, тут переплывем, тут ерунда. Там собак очень много, я не хочу тратить калаш. Давайте, наверное, вот что сделаем. Это я убираю, возьмем дробовик. Он будет здесь в этом плане комфортнее. А, смотри, резвятся. Бегают, довольны. Все хорошо у них. А, они за зайцем бегают, господи ты боже мой. Надо зайца спасать. А, уже все поздно, да? Сожрали. Или нет? А, нет, слушай, они за енотом бегут. Это же
нормальный енот. Это вот эти псы уже, они, видите, мутировали. Поэтому енота надо спасать. Продолжают поиски? Нет, все вроде... А, вот он. Плывет такой. Все, енот, ты свободен. Боже. Он живой, но он же мертвый. Можно рассмотреть. Вы посмотрите, как выглядит. Я все хотел глянуть. А что за текстура-то у нас вообще сама по себе? О, нифига себе, он лютейший. Вот это я понимаю, комар. Мертвый комар. Хорошо. Так, ты, бедолага, че, репоголовый? Отъехал. Туда же. Да ладно, он выжил? 24-й, я понял. Отходим. Что внутри? Внутри есть какой-то сундучок. Забираем. Все-таки таких игр, конечно, это необходимо, чтобы ресурсы респаунились. Но хотел бы я, чтобы если ресурсы базовые будут исполняться, то все эти сундуки, чтобы они были одноразовые. Вот это прям было бы очень важно. Ресурсы бы имели больше веса, они бы больше бы ценились. Но здесь, видите, не получится. К сожалению, разрабы на это не пойдут. И это даже их можно понять. Так, ты зарвись пока. А ты помри. Нет. Что там, ерунда какая-нибудь, как всегда? Ага, сундук на крыше. Сейчас посмотрим. На какой крыше он? А, есть, да. Ну, это обычный, это не мистический. Но все равно спасибо. Да ты смотри, все плодятся и плодятся. Ладно, так пройдем. Сквозь маленький урон. Дедуля, простите. И нам вот сюда, да? Выполнили задание, получили мистический сундучок. А внутри... Что за медицина? Что, блин? Я же разместил. А, подождите, вот сюда. Туда разместили, и здесь еще берем. Готово. И третий остался, да? Надо их всех уничтожить. Да мы вроде как уже устранили. Готово задание. Получили денежки и экспириенс. Шикардосно, да. Все девианты устранены. Так, тогда можно немножко здесь собрать эти кассовые аппараты, часы, бумажки. В общем, всю эту хренати, которая у нас валяется. А куда там дорога ведет, интересно? Слушай, что-то тут наверху есть? Ну, ничего не подсвечивается. А зачем у нас здесь столько цветков? Чтобы что? А, это очень важное сообщение. Так, а здесь... Что? Вот у меня вопрос такой же, что? Так, вот кто-то один поставит цветочек и все, все думают, так, значит там что-то важное, там что-то ценное, давай искать, давай бродить. Сейчас еще этот последний проверю, попытаюсь в таком случае. А, ну не кликабельное, ясно. Тогда выбираем задание, смотрим, что у нас там еще идет. Госпиталь, ну давай его выполним. Это нам надо с вами добраться. Куда? Ага, ну недалеко, рядышком. Да, надо выезжать на дорогу и туда потихонечку держать направление. Сейчас особенно будет круто выполнять, да? Задание для 5 уровня. О, да. Ну ничего, лучше поздно, чем никогда. Да, помню, сюда прилетали, приезжали. Ой, как здесь было сложно фармить на тот момент. Монстры сильные, их очень много, ресурсов также много, постоянно надо было телепортироваться.
но сейчас уже будешь себя здесь чувствовать, ну, сверхкомфортно. Чересчур, я даже сказал, да? Ну, давайте посмотрим, что здесь у нас есть. Так, наверное, явно не таким это образом делается. Так, кто там по нам стреляет? Во-первых, все забираем. О, здесь человек, ему нужна помощь. Но мы как раз сюда для этого и пришли. Соль, стоп. Серьезно? Немножко заберем медикаментов все. О, не медикаментов, а ингредиентов. О, слава богу, я ждал, когда кто-то сюда придет. Мне нужна помощь, пожалуйста. Ты выглядишь плохо, что случилось? Мы с моей напарницей Кайло рылись в мусоре, и на нас напали какие-то ублюдки из культа Создателя. Нам удалось уйти, но меня довольно сильно ударили. А где твоя подруга? Она отправила в заброшенную больницу неподалеку, чтобы попытаться найти какие-нибудь медикаменты, но прошло уже больше 2 дней, и она так все и не вернулась. Без этих припасов я не думаю, что я смогу выжить. Умоляю, помоги мне. Ты сказал, что это недалеко отсюда, да? Ну, я пойду посмотрю, что могу с этим сделать. Спасибо тебе большое, я дам тебе все что угодно за помощь мне. Конечно, мы сейчас тебе поможем. Сейчас тебе поможем, мне кажется, никуда не уходить. Че ты тут по нам стреляешь? Ты? Так, здесь, по-моему, сундук, да? На крыше, но это обычный. Он нам не нужен, а мы с вами двигаемся уже в центр, в центральный госпиталь. И судя по маркеру, мы должны с вами будем добраться на второй этаж. Так, сейчас это сделаем. Мы можем перепрыгнуть? Да, у нас здесь вход. Дамочка. Извините. Ой, вот в больницах в этих все хорошо. Здесь много медицины можно будет подсобрать. Если, опять же, здесь аптечки они развешивали. Но, разработчики в смысле. Но есть другая проблема. Здесь обычно бывает очень много пауков, как правило. Так, здесь все собрали. Дамочка, извиняюсь. Ничего личного. А, это на втором этаже, да? Да. И вот здесь что-то у нас тоже есть. Скорее всего, медицина. А, обычный сундук. Лучше бы аптечки висели. Вот они прям, да. Ну, наподобие активаторов или подобного. Кстати, надо перекусить. Так, перекусим мы, наверное, пивасом. Здравомыслие восполняется, плюс вода. Дальше, наверное, съедим тебя. Все поднимается. И отдельно просто еды навернем. Снять тебя сюда переместим, а сделаем съедение этого кусочка мяса. Так, забрали. Здесь мы зашли, нам надо на... О, вот аптечка была. Стоп, мы можем ее забрать? Да, можно забрать, шикарно. Да, и пауки пошли. Ну, ты смотри, гады. Ненавижу в этой игре больше всего, конечно, это пауков и комаров. Здесь что? Здесь пусто. О. Нашли. Ползу, да, глаза. Тут минус. Туда же. Нет, туда же. И сразу хилочку-то заюзаем, чтобы было фул хп. Так, давай кислоты мне отгрузите. Не то. Это у нас мясо зараженное. Тоже ничего нет. Больница. О. Это нам надо. Медкит. Плюс 2 антибиотика и 2 активатора. Здрасте. Не, походу надо сначала разобраться. А, они снизу бегают. Как бы сейчас ей ногу не отстрелить. Дорогой Пол, я так хочу тебе прийти и помочь, но я не могу этого сделать из-за инвалидного кресла. Я не вижу никакой вообще надежды на то, что я смогу отсюда выйти. Если случайно кто-нибудь сможет найти эту записку, пожалуйста, принесите аптечку Полу и спасите его. Куда-то нас с вами телепортировало, да? Значит, сбежать из больницы Дейтона, найти выход и принести лекарство Полу. Ну, давайте сделаем. Это что-то другое. Да, здесь очень чисто и выглядит как нормальная рабочая больница. Нам нужно уходить отсюда. Давай попробуем пойти по нашим следам. Возможно, это будет не так просто. Что-то влияет на это место.
Ви, скажи, что ты видел. Инвалидное кресло? Да, я видел это. Похоже, у нас тут есть отклонение. Такое, которое не хочет, чтобы мы отсюда уходили. Ну давай найдем ее и заставим ее передумать. Койка 2, палата 703. Согласно вашему последнему отчету, вы еще не полностью выздоровели. Вам рекомендуется оставаться в больнице. Что-то подождите, стоп, я запутался. Двадцать третье число на календаре. Календарь для нас очень важен, да? Здравствуйте. Напоминаю о том, что пациент на койке 2 из палаты 703 будет готов к выписке, как только показатели его здоровья придут в норму. Ориентировочная дата 15 сентября 2023 года. Выписка, палата, дата. Числа. Так, а что у нас с койками? Двадцать второе. То есть это на день назад идем. А здесь у нас какое получается? 24-е, что ли? 24-е. Так, значит, 24, да? А если мы сюда переходим, это у нас тоже 24. А следующая дверь. Так, у нас меняются месяца и год, да? Ну-ка. Так, вторая кровать, 703, а, сентябрь 15-23. Так, дата 23 сентября, сейчас найдем. 23, получается, нам надо идти назад на единицу. 25, подожди, стоп, не сюда пошел, в другую сторону. Не закрывайтесь, подождите. Так, 23-е, да? А, еще разочек. Сентябрь. А, 15-е. Сколько мы там пробежали уже? 19-е. Ну, тут просто кроме этих календарей и вправо-влево нам выхода больше никакого нет. То есть здесь у нас, получается, сами идут даты, а здесь, получается, у нас уже идут месяца-года. Ща. 16-е. 15-е, правильно? 15-е, да. 23-го. Hello. This is a reminder that the patient in bed 2. Hospital ward. Нам, получается, надо теперь бежать налево. 12-й месяц, так, не тот месяц. 9-й. Hello, nurse station. Is this the patient in bed 2, ward 703? Your test results have returned, and you're now ready to go home. Please wait a moment for your discharge to be approved. А, вот сюда нам, да? Господи, какая наркомания, а не задание здесь, я вам скажу. Так, надо обратно вернуться. Так. Обратно это у нас... Стоп, а где... А, спуск у нас, по идее, должен... Во, лестница, вижу. Мужик, я рядом. О, ты вернулся? Ты нашел что-нибудь в больнице? Да, но это было нелегко. Но я нашел медикаменты, за которыми ушла Кайла. Спасибо, возможно, вы только что спасли мне жизнь. Рад помочь. А Кайла, что с ней случилось? Мне жаль, но я не нашел никого живого в больнице. Это не очень безопасное место. О, да, я понимаю. Спасибо, что рассказали мне. Вот, возьмите, это за помощь.
Получили кубики и немножечко опыта. Что у нас там еще идет по квестам? Так, это задача на... Точнее, тиммена. Это открытие территории. Тоже тиммен. Ладно, я думаю, побочек на сегодня достаточно. Поэтому я с вами прощаюсь. И уже увидимся в следующей серии. Будем идти по основе. Всех обнял, поднял, пока. Спасибо большое за ваши лайки и комментарии.